Как найти установленные обои на рабочий стол на операционной системе Android? Не те обои, которые поставляются самой операционной системой и находятся по адресу tab на экран, обои. И вот здесь вот они находятся. Не эти. А именно те обои, которые вы устанавливали на свой экран. Для этого потребуется файловый менеджер, к примеру, как у меня, Z-Archiver Pro, с root доступом, либо же ES-проводник, Root Explorer, а также сам root на устройстве. Заходим в файловый менеджер, далее заходим в корень всех папок и файлов и двигаемся по адресу. Data, System, Users, 0. Вот файлик wallpaper. Копируем его на внешнюю карточку. У меня уже есть тут дубляж. Теперь этот файл имеет расширение PNG. Добавляем это расширение, редактировал название самого файла. Ставим точку PNG. Подтверждаем файл самих обоев. Второй вариант сохранения обои с рабочего стола с помощью программы Wallpaper Saver. Ее можно скачать с Play Market, ссылка есть в описании. Заходим в программу. Прежде всего, настроим путь, куда программа будет сохранять обои. Я выбираю это внутренняя флеш-память. То есть SD card. Подтверждаю. Программа хочет, чтобы ее перезагрузили. Подтверждаем. Теперь все переделано под сохранение на внутреннюю флеш-память. Нажимаем на саму фотографию, что я сделал, и подтверждаем сохранение. Фотография сохранена. Переходим в файловый менеджер и заходим на память самого устройства. Вот эта фотография. Также эта программа может сама автоматически сохранять установленные обои. Здесь есть в опциях автосохранение обоев. Каждый раз, когда вы будете устанавливать новые обои, программа по тому пути, который вы указали в самой программе, будет автоматически их сохранять. Ну все на этом. Всем спасибо за внимание.